В Уральске состоялась презентация книги под названием «История и историки», автором которой стал известный ученый Мурат Здыков. Посвящено произведение старшему поколению, а именно тем людям, которые стояли у истоков основания университета имени Махамбета Утемисова. Первая часть книги посвящена периоду с 1932 года до середины 50-х. Это время становления как самого вуза, так и исторического факультета, где продолжает работать автор книги Мурат Здыков. Тогда очень многие преподаватели были подвергнуты репрессиям, в том числе и студенты. В книге размещена полная информация о них, включая биографию. Благодаря проделанной работе читатели больше смогут узнать о людях, которые работали в университете в те непростые годы. В планах автора выпустить три части книги. Второй том, который я вот заканчиваю, называется «Объединенный факультет». Там историки будут в составе историки филологического, потом факультет истории педагогики, потом факультет истории иностранных языков. Он будет называться «История историки. Люди и судьбы». Здесь я буду писать уже только в основном не столько хронологически, сколько проблемы будут ставить, проблемы, которые решали и преподаватели, и студенты в то далекое время. Я думаю, что эта книга несет свой вклад в изучение истории нашего вуза. Писалась книга достаточно продолжительное время, ведь для сбора информации необходимо было исследовать архивы, причем не только местные, но и в других городах, и в целом приложить немало усилий. Родные и близкие главных героев книги выражают автору большую благодарность за то, что имена тех, кто связан с университетом, не остались забытыми. Я, конечно, все фотографии, которые у меня были, это потом все данные, что я знала, что отец рассказывал мне про своего деда, я все, конечно, передала этому автору этой книги. Конечно, я очень благодарю за, как сказать, за это очень хорошее, как сказать, дело, что мы не забываем историю. Историю надо помнить, знать. Я всегда так, я очень любила тоже в школе очень историю, поэтому я считаю, что история – это самое главное в жизни. Вот. А у вас в книге написано про дедушку и про отца, да? Про дедушку, про моего дедушку, про дедушку. Он кем был, историком? Он был историком, был деканом нашего педагогического института. Тираж книги ограничен. Те экземпляры, которые были презентованы, передадут в библиотеке города и семьям главных героев. Однако будет доступен электронный формат в личном блоге автора произведения. Алик Великий, Адильбек Исаков, Саид Семигула, Акжай Акпарат.